Всем привет, это Залания, пятница, 5:30 вечера. Карантин, можно сказать, продолжается. Вы видите, вот все машины стоят возле дома. И, в принципе, улицы в районе Уба, как всегда, пустые. В центре, конечно же, побольше людей. Днем ходят уже. Здесь, в принципе... Почему пусто? Потому что тут много апартов, которые принадлежат иностранцам, которые сейчас не могут въехать. И много отелей. Поэтому оба у нас райончик пустой. Нарушителей в парке нет. В парке нельзя. Кто-то тут заходить пытался, видимо. Сдвинул. Никого в парке не вижу. 27, по-моему, мая уже отменят запреты все на выход из дома детям и пожилым людям. Здесь вот рынок проходит по понедельникам. Видите, разметка. И люди, погода у нас сегодня аномальная жара начинается несколько дней. Из Африки идет какой-то циклон. Короче, погода плюс 32, плюс 33 сегодня на солнце. И завтра будет еще больше. Такого, конечно, не было, в принципе, даже в июне, наверное. Вот, но это аномальная погода. Она такой, конечно, не должна быть сейчас. Пусто, вы видите, вот уже на другой улице. Пусто. Правительство Турции большой-большой план уже выпустило по возвращению Турции, так сказать, к нормальной жизни. Очень много пунктов там. Там мне нужно быть предмонитором, чтобы вам все это озвучить. Сделаю потом как-нибудь. В надежде пока что на международный туризм. Июль-август, надежда есть. Единственное, что с Россией пока не ясно. Но прежде всего от России все будет зависеть, конечно, когда там откроется. Вот, друзья, вот такой вот термометр, вот такая у меня температура перед подстриганием. Так, друзья, сходил в парикмахерскую. Я даже месяц не могу сейчас назвать, когда я подстригался. Это либо март, да, март, наверное, это был. Я уже просто как лохнесское чудовище стал, у меня уже сил просто не было. Как на фронт, знаете, собрался, как говорится, с молитвой и пошел. Короче, ну тут в оба у нас нет никакой очереди абсолютно. Значит, парикмахерская пустая была. Спросил, да-да. В общем, на 40 лир мы договорились. Конечно, это выше, чем обычно, потому что обычно 30 я платил, иногда 25 даже. Вот, и, ну, можно их понять, во-первых, одноразовые эти, ну, вот это вот все, что на вас одевают, эти штуки, вместо тряпочных, одноразовая, полиэтиленовая. Вот, перед, сказал, маску, конечно же, я в медицинском респираторе стригся, это, конечно, жесть, у меня нос просто сейчас уже до кровища практически разодран, и вы представляете, что такое зафиксировать медицинский респиратор, это даже не маска, нету маски, только респиратор у меня. Чтобы не мешать ему сзади стричь. В общем, это нужно было постараться сделать. Нос весь просто ободранный. И, значит, он тоже, естественно, в маске. Одел на меня эти все одноразовые штуки. Но перед этим измерил температуру. Вот. И спросил я, кстати, сколько стоит этот... Ну, пушка это... Как он правильно называется, этот градусник? 500 лир. От 500 лир, он сказал. То есть можно, конечно, их понять. Им всем пришлось потратиться. И как-то вот ажиотажа нет. Я не знаю, местные... ну, черт его знает. Либо... Не знаю. Котейки в зоомагазине. Привет. Либо боятся местные ходить. Либо они... стригутся где-то, может быть, в другом месте, а не там, где живут. Но я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, никакой очереди, никого, можно сказать, нет. В общем, подстригся. Вот он, наш красавчик, который тут живет. Привет. Дверь была открытая. По сути, я сидел на свежем воздухе почти, можно сказать, чуть ли не на улице. Вот он в маске, я в маске. Вот. А может, вы знаете, я сейчас вспомнил, запрещено сейчас брить бороды. А местные, они ж любят бороды брить именно в салонах. Может, поэтому как бы нету людей, не знаю. Фух, наконец-то жара спадает. Потому что днем было пекло, конечно, просто ужасное. Мы сейчас в районе 12-го пляжа. Оба.
Море такое. Белесовая оттеночка такое интересное такое. Перейдем, пройдем чуть-чуть по той стороне. Магазины домой. Соблюдаем. Дальше самоизоляцию. Сразу вижу семьи на пляже. Семью, в смысле. Местные. И люди купались, я так думаю. Дети купались у них. Нельзя, конечно, могут сейчас прийти полицейские и 3150 лир выписать, блин, на каждого. Нельзя нарушать, да, я думал, сегодня нарушителей не будет, а нет, и там дальше на White Gold люди есть. Народ уже просто не выдерживает, видимо, этого всего. И вот так вот. Смотрите, как тут все цветет. Красотища. Большая часть всего будет открыта к концу мая. 27 мая там много чего пооткрывается. Насчет моря не знаю. По-моему, даже парки пооткрываются. То ли 27 мая, то ли 1 июня. Но вот про море ничего не знаю. White Gold и Роман Антик. 13-й пляж. Там люди тоже гуляют у моря. Сейчас чуть пройдемся еще по берегу. Купается человек, я ему завидую. Хотя в том году я... ну, для меня это холодная вода, 22-23. Хотя, конечно, в Крыму, когда я был каждый год, то была вполне нормальная температура. Но сейчас тут я разбаловался. В том году я купался первый раз, по-моему, 4 июня. То есть сейчас бы я все равно не купался, я просто по колено бы залазил бы и все, наверное. Ну, люди купаются, два человека там, он даже купается. Все, люди просто уже не выдерживают. Не ходить на море, конечно же, такого никогда не было, чтобы в середине мая, да, и нельзя на море. Тут песик идет. Песик. Там какие-то катера, смотрю, в центре. Или корабли рыбацкие. Много кораблей в центре. 15-й пляж. Ой, хоть чуть легче это. Легче стало, потому что волос меньше стало. Хотя я хотел более. Я хотел вообще под машинку практически полностью. Но он мне начал модельные стрижки делать. То есть чуть-чуть волос сверху оставил. Хотя я планировал вообще коротко. Вот видите, ленточка, лавочки все перетянуты. Ого. Громкий какой. 16-й пляж. Мы уже возле отеля Кайла почти. Это пляжи отеля Обатайм. Шведский стол будет, люди, потому что все сейчас нервничают, что отменят любимый всеми шведский стол, и нельзя будет объедаться. Все будет можно, просто официант будет вам накладывать, блюда будут за стеклом. Но подходить вы можете хоть 10 раз, поэтому все будет. Кайла, Азия. Привет всем, кто поедет в них осенью. Или в конце лета. Здесь нет дальше нарушителей. Все, море вам показал. Посмотрели на море. И знаете, я еще вот одну сейчас пришел к одному выводу. Уже как бы несколько дней сильная жара, да. Вот если бы я уже ходил в тапочках, в шортах, ну по-летнему. Потом я просто не смог бы одеть ни джинсы, ни кроссовки. Я просто мокрый был бы, как из сауны. А сейчас вот я до сих пор хожу в кроссовках, носках, в джинсах. И, ну, не по-летнему. И пока я выдерживаю, люди. И я вот думаю, буду до последнего так ходить, пока море, наверное, не запустят. То есть, если бы я один день вышел в шортах и в тапочках, все. Потом бы я просто не смог бы так одеваться. Я просто с ума бы сошел бы. А так я вот пока хожу и... В принципе, я даже не мокрый, можно сказать.
Ну, конечно, время уже 6 часов, за 6 часов. Все, с моря мы на сегодня прощаемся. Оно нас продолжает ждать. Очень много детишек возле домов. Уже тоже просто не выдержит сидеть дома. Ну, в основном они гуляют внутри, как бы, территории. Очень много. Кто-то возле дома, кто-то... Ну, то есть просто уже реально люди просто уже, тем более такая жара, такая погода, уже просто люди не выдерживают сидеть, не выходя из квартиры. Покажу вам Кучташ и скажу, что он уже начал работать, Кучташ. Напоминаю, кто не знает, это один из крупнейших магазинов. Ну, все для дома, бытовая техника, вернее, больше не бытовая, но и бытовая техника, само собой, и кухня там, и все для кухни, и... Все для ремонта, ну, в общем, один из самых, не один из самых, а он, наверное, единственный в Алании магазин такого типа, где есть все. Начал он работать, на входе измеряют температуру, вот, вход, конечно же, в масках. Ну, тут, вы видите, пустынно, даже вот на второй линии, которая ведет туда, в центр, не особо, как бы. Остановки пустые, людей нет на остановках. Автобусы сейчас ходят раз в 20 минут. Примерно. Не чаще. И еще стоит учесть, что они не могут быть полными, нельзя. Ну, я думаю, что люди очень мало сейчас ездят. Все-таки сидят все дома в основном, конечно. Здесь вот какие-то рассады продаются. Для огородников, дачников, огурчики там, он еще что-то, перчик вижу, еще что-то, рассада продается. Вот это огурцы, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь, знаете. Ну, вот такое у нас сегодня получилось. Маленькое путешествие по обои окрестностям. Здесь тоже магазин строительный работает. Красиво, розы. А тут я был как-то... Тоже смотрите, как тут все цветет. Розы. Розы, ромашки крупные, какие классные. Смотрите, какие... Ну, может, это не ромашка, конечно. Потому что она крупная какая, красивая как. И вот эта вот елочка, не знаю, как она правильно называется. Вот это дерево красивое. Здесь вот эта вот пихточка, или как они называются. Шаха. А, кстати, да, это не итальянец, это, по-моему, шестерка наша реально. Да, кажется, да, не ошибаюсь же. Вас, то есть же эти, оригинал это Фиат, да, по-моему, а это вот Шаха наша, действительно. Думаю, она бы еще ездила, если ее под марафетить взять. Ну, вы видите, здесь вот тоже машины, но чуть-чуть больше сегодня людей на улицах. Я думаю, это связано с тем, что 34 градуса было сегодня днем, просто жара, и я думаю, уже многие пользовались кондиционерами, но вот, кстати, не слышал, что кто-то пользовался кондиционером, а, видимо, боятся, то есть предупредили, что способствуют они распространению вируса, и люди не пользуются кондиционерами, а у кого-то уже в квартирах, возможно, жарко, поэтому как бы больше сегодня люди на улицах, но все равно так вот сказать, что прям очень много, нет, не скажешь так. Все равно все сидят, молодцы, все сидят дома в основном и соблюдают требования, просьбы, рекомендации. Ну, вот улица, вы видите, сколько машин с двух сторон, то есть они все дома. Возможно, качалки тоже в июне откроются. И спа, и салоны красоты, вроде бы там почти все пооткрывается.
Точно я не знаю. Сейчас вся информация, она, во-первых, запомнить невозможно, потому что очень много последние дни выдается. Смотрите, бутылка стоит этого молока. Не знаю, что она тут стоит. Тоже во дворах он крохи гуляет. Ну все, друзья, привет всем из Алании. Мы вот сюда вот вышли, где мечеть. Всем здоровья, позитива. Ждем открытия всего. И главное все это пережить. Все остальное фигня. Главное здоровье. Отдохнуть всегда успеете и в Турции, и где нужно, там и отдохнете обязательно. Все, пока всем.